Because she feels like it's я мало откуда слыхал, пусть Маричка грустная ворает жертвых вещей. Волгоград приехала впервые Олимпиада, Всероссийская интеллектуальная Олимпиада «Наше наследие». Это уникальная Олимпиада, она проводится во всех возрастах. В этом году в начальной школе это юбилейная, 10-я Олимпиада. Раньше Олимпиады проводились, как правило, в столичных городах. Финал Олимпиад принимала Москва, Санкт-Петербург. Даже был один тур в Минске проводился, выездной был в Республике Беларусь. Олимпиада – это комплексное, межпредметное. Задания необычные, причем совершенно разные. Это и поисковые задания, и исследовательские задания, и на эрудицию, и на скорость мышления. Например, как могу такой пример привести, что ребята 4 четверостишия могут запомнить вот полностью до запятой за 2-3 минуты, да, результаты победителей. Или 24 изображения они запоминают за минуту, что где расположено. То есть это уникальные одаренные дети, которые приезжают на каждый финал Олимпиады. Сама Олимпиада зародилась, ну, это уже больше 13 лет, в православной школе пансионе Плёскова. Дальше она развивалась, а последние 7 лет эту Олимпиаду проводит православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Олимпиада официальная, она входит в перечень, утверждаемый Министерством образования. Для начальной школы больше таких Олимпиад нет, потому что есть определенный отбор, да, в Олимпиаду, которого нет, есть школьный тур, муниципальный, региональный, вот победители приезжают, собираются на финал. Говоря о масштабах Олимпиады, надо сказать, что ежегодно в Олимпиаде участвуют все регионы Российской Федерации, участвуют посольские школы, участвуют из зарубежных стран, из Казахстана, из Литвы, из Белоруссии, есть участники из Украины, и каждый год это более 500 000 школьников со всей страны. Что тогда еще надо добавить? Ну, пошире что-нибудь, можете еще сказать. Пошире. Ну, что еще важного в этой Олимпиаде, что поскольку это вот мы сказали, что она межпредметная, да, и не связана с каким-то конкретным предметом, но каждый год, каждый тур, каждый финальный связан с какой-то определенной тематической темой. Вот, например, каждые 5 лет Олимпиада проходит по теме Великой Отечественной войны, потому что очень важно, чтобы наши дети узнавали свою историю. Также каждый год она привязывается с какой-то к юбилейной тематике, но вот для начальной школы в этом году мы взяли тему профессии, да, то есть ребята смотрят, изучают профессии, и, скажем так, если возьмем финал 5-7 классов, который проходил в этом году чуть раньше, они проходят у нас несколько возрастных групп, причем Олимпиада «Наше наследие» проводится даже из самой младшей группы, это дошкольники, да, начинается с дошкольных групп подготовительные, потом первые классы, вторые, третьи, четвертые, сейчас финал 5-7 классы и 8-11. Так вот, финал по теме 5-7 проходил по теме кино, был посвящен году кино. А 8-11 классы ребята соревновались уже по теме 1917 год в истории нашей страны. То есть это вот те трагические события, которые проходили в масштабе. И можно сказать, что если тема, то значит должны приехать на Олимпиаду знатоки, да, данной темы. Но это не совсем так. То есть Олимпиада ставит такую задачу, что дети узнают эту тему, и дальше вот эти одаренные дети, они ее в процессе подготовки познают, узнают много нового. Так вот девочка, которая у нас победила из Смоленска в 11 классе, сейчас она уже заканчивает философский факультет МГУ. Она сказала, она приезжала тогда и победила, в финале 812 года был посвящен Олимпиада. Сказала, ничего я так хорошо не знаю в истории нашей страны, как события вот 1812 года. То есть Олимпиада и помогает детям узнать что-то новое, расширить свой кругозор, то есть важно ее, скажем так, три составляющие. Ну, первое, сначала это отбираются одаренные дети, потом одаренные дети, доходящие до финала, да и даже уже на школьном уровне, например, если тут же вернемся мы к кино, да, то, скажем так, наверное, никто в стране не сделал то, что сделала наша Олимпиада. Мы дали возможность всем детям, вот эту 500 000, которые участвовали, посмотреть, ну, минимум 5-6 отечественных фильмов, да, то есть вот именно в год кино, то есть был такой образовательный именно на отечественный кинематограф, да. Значит, соответственно, одаренных детей АДВС. Второй момент – это погружение в тему. И третий, очень важный, это воспитательный момент в Олимпиаде, он воспитательный, патриотический. В чем заключается вот последняя тема? То есть каждой Олимпиаде финальному туру сопутствует какая-то благотворительная акция.
Например, когда был финал 5-7 классов, он проходит накануне Нового года, мы собирали подарки, которые передали, то есть ребята из каждого региона привозили какие-то конфеты с символикой своего рода, открытки, и передавали эти подарки для престарелых, которым вручала служба милосердия, с которым Олимпиада сотрудничает. Они передавали эти подарки, и пожилые люди, были там одинокие, получили подарки от олимпийцев, потому что если мы возьмем 8-11 классы, то они участвовали с благотворительным концертом в рамках программы. Сейчас, когда был финал вторых классов и региональный тур 3-4, было собрано более 600 подарков со всей страны для детей на Пасху, которые лежат в Российской республиканской больнице. Также вот сейчас в Волгограде тоже будет благотворительная акция. Дети привезли конфеты, сувениры, которые будут раскрашены, такие домики пасхальные, будут переданы в детский приют и так далее. То есть мы хотим показать, что дети, которые приезжают, они уже одарены, да, Богом разными талантами, а теперь самое важное, эти таланты нужно употреблять на пользу людям, и не случайно символом Олимпиады, если можно так сказать, символом, то есть самой первой Олимпиады мы начали с того, что мы молились перед иконой прибавления ума. И что значит прибавление ума? Дети так одаренные, умные. А прибавление ума — это значит, что те таланты, которыми одарены, нужно использовать для пользы. Ведь и гении, и злодеи тоже талантливые люди. Вопрос, как ты то, что тебе дано, использовал и приумножил. Ну, в дальнейшем жизни, значит, если, ну, вот говорить, ну, я думаю, что ребята сами смогут чуть подробнее про это сказать, но вот с нашей, то есть, с родительской точки зрения, как организатора, как это может повлиять? Ну, во-первых, это познакомиться с такими же одаренными детьми из других регионов, и часто одаренные дети бывают и одинокие, потому что, ну, скажем так, кто-то там из сверстников любит посмотреть телевизор, еще что-то, не все сейчас так любят читать много, да, как правило, те ребята, которые приезжают, они Олимпиады, они все любят читать, много читают. То есть, они могут увидеть, что рядом есть такие же сверстники, да. А второй важный момент, что каждый ребенок, который приехал здесь на финал, это определенная там, ну, звезда, самый известный ученик в своей школе, в своем районе. И вот он приезжает здесь, он встречается с такими же ребятами, видит, что для того, чтобы, соревнуясь с ними, нужно работать, да. А ведь это не секрет, что многие одаренные люди в какой-то момент перестают работать, да. И те ребята, которые труд, это на самом деле самое главное, да, талант. И те ребята, которые, может быть, были не так одарены, да, то они за счет своего труда потом достигают больших результатов. И вот здесь вот на Олимпиаде, когда ребята с друг другом сталкиваются, они понимают, что одаренности мало, теперь нужно подготовиться к Олимпиаде, нужно там месяц определенной подготовки, понимают, что нужно трудиться вне зависимости от талантов. Второй момент, они на Олимпиаде светская, да, она проходит под эгидой, входит в перечень, да, утверждаем Министерством образования, но Олимпиаду организуют православные люди, организует православный Свято-Тихоновский университет, и это важный момент, то есть каждой Олимпиаде сопутствует молебен, который молится, чтобы ребята показали свои способности, и независимо от вероисповедания участников, они соприкасаются с культурой, с твоей стороны, с православной культурой, видят, скажем так, имеют возможность с ней познакомиться в той форме, в котором, скажем так, комфортно им, можно, если так выразиться, для восприятия. Этот важный момент. Ну и то, что когда мы рассматриваем историческое событие, мы это делаем достаточно глубоко, серьезно, показываем и воспитательные предыдущие. Вот, наверное, вот это. И если говорить об участии в других олимпиадах, то что, если возьмем предметные олимпиады? Олимпиады – это нестандартность, да? Это необычно, это не то, что в школе, да? То есть ты написал контрольный, получил. И вот дети, сталкиваясь с нестандартными задачами, они понимают, что нужно научиться самому главному. Это не решать по шаблону, а заставить свою голову работать, да? Это достаточно трудно психологически. То есть если, например, ты понимаешь, что дойти тебе 10 метров нужно передвигать ногами, то додуматься до того, что нужно, чтобы решить задачу вот эти же 10 метров пройти, но в голове, это нужно тоже начать понимать, потому что голову нужно заставлять работать. На Эде придает стали прочность, эластичность и прочие ценные качества. Суть выплавки – снаводки. Правда, мартеновские печи постепенно уходят в прошлое. Сталевар перешает, какие применить добавки, присадки и сколько. Как кипить сталь в ванне. Поэтому сталевар с бригадой работает. Чтобы защитить себя от перегрева, сталевары носят защитные куртки и головные уборы, которые много воды. К тому же в цеху всегда шумно от беспрерывно работающего оборудования. И вешивает названное неудобство. Профессия сталевар предполагает ответственность.
очень нравится мне, потому что аналогов ей нет. Настолько интересно и настолько много нового я узнаю вот каждый год по теме, по которой надо готовиться во время вот как раз самой подготовки. То есть вот на финал 5-7 классов от регионального тура до финала чуть больше месяца. Не сильно большой промежуток времени, нужно много узнать, нужно много готовиться. Вот. А насчет того, что вот я волонтер в этом году, конечно же, я по себе понимаю, по своему опыту участия, что участникам нужно помогать, потому что они все-таки, как бы много они ни знали, они могут запутаться, потеряться и так далее. Вот как раз в таких моментах и нужна помощь волонтера. Во-первых, ребята еще на стадии подготовки должны серьезно заниматься вот именно по теме данной на финал, потому что без соответствующих знаний выиграть невозможно, потому что... И вообще, ребята вот после финала, они будут очень много знать по данной теме. И особенно это помогает, когда потом в школе будет эта же тема. Например, вот как было в этом году на финале 8-11 классов, тема 1917 год. У меня по школьной программе это будет только через 2 года. Но я думаю, мне эта вот тема очень-очень сильно поможет. И мне будет на уроках истории очень легко разобраться с этим. Первый раз я прошел на финал, когда я был в 4 классе. Финал тогда был по теме Олимпийские игры и проходил в Москве. Я очень сильно волновался, времени на подготовку давалось довольно достаточно много, если я правильно помню, то около 2 месяцев. Конечно, материала было много, я по неопытности иногда допускал кое-какие ошибки с подготовкой. Может быть, где-то я не систематизированно готовился, но все-таки подготовка – это очень важно. А на самом финале я очень сильно волновался. Вот просто каждое соревнование я встречался с удвоенным волнением. А уже когда был последний день, день награждения, как бы такое чувство, что вот уже вроде как все прошло, но все еще волнение осталось. Как бы результаты еще нам, участникам, были неизвестны, и мы все волновались, надеялись на лучшее. Поначалу, когда я узнал, что я стал победителем среди 8-11 классов, я просто не поверил. Я подумал, как это возможно? Вроде, когда писал индивидуальный тур, я думал, вроде нормально получилось. Там займу, может, какое-нибудь там 6-7 место в лучшем случае. А тут первое. Я очень сильно удивился, я действительно не верил в то, что я победил. Видимо, задания попались, как раз, возможно, вот по тем аспектам темы, которые я, может, рассматривал более тщательно. Некоторые задания, конечно, попадались по тем, частям темы, где я не сильно много знал, потому что я в одних направлениях я очень глубоко рассматривал, а в некоторых... недостаточно глубоко, но попадались и такие задания. Да, я познакомился с многими интересными людьми, в частности, с некоторыми волгоградцами, о которых я раньше не знал, теперь мы с ними дружим. И также я познакомился с участниками Олимпиады из других регионов и довольно-таки сильно с ними подружился. Вот такие конкурсы очень сильно развивают вот духовную составляющую человека, и очень много нового можно узнать пока во время подготовки к таким конкурсам. Это очень хороший опыт, который сильно пригодится в дальнейшем, скажем так, будет очень важен в дальнейшем. На самом деле, я считаю, что нашему филиалу повезло, потому что в Волгограде это первый финал за всю историю проведения Олимпиады, и мы с удовольствием приняли
предложение помочь в организации проведения этого финала. На самом деле совпали интересы всех участников и организаторов, потому что данный этап Олимпиады посвящен профессии, а у нас в Волгоградском филиале РЭО очень большое внимание уделяется профориентационной работе, работе со школьниками. У нас своя есть отдельная программа. Для нас немного необычно, что участники Олимпиады школьники младшего возраста, потому что мы обычно работаем с более старшими учащимися. Но, тем не менее, и тема, и организация Олимпиады, и сами задания очень интересны. И, если честно, то очень радостно видеть детишек заинтересованных, стремящихся к получению знаний, к определению своего места в этой жизни, в профессии, вообще в отношении к тому, что их окружает. И я считаю, что такие олимпиады чрезвычайно полезны. Более того, я думаю, что у высших учебных заведений должен быть свой интерес к таким мероприятиям, потому что чем более подготовленными выходят школьники из стен школы, тем более подготовленные у нас студенты. Ну, на самом деле, то, что закладывается в рамках этих олимпиад, а это и трудолюбие, и стремление к получению новых знаний, и умение искать информацию, это, безусловно, пригодится ребятам и в стенах школы, и потом, когда они поступят в высшее учебное заведение, да и по жизни это всегда им пригодится, потому что жизнь сейчас динамичная, жизнь сейчас быстро меняющаяся, количество информации, которое обрушивается на всех нас, не только на детей, но и на взрослых, растет, с этим надо уметь справляться, и вот те знания, навыки, умения, которые дети в течение всех лет участия в олимпиадах вырабатывают у себя, конечно же, им жизни пригодится. Знаете, сейчас очень много разговоров о том, что у нас выросло потерянное поколение, которое ничем не интересуется, которое сидит исключительно в интернете, в социальных сетях. Глядя на сегодняшних участников, понимаю, что это не совсем так, или скорее сказать, совсем не так, что у нас умные, талантливые дети, которые умеют и отдыхать, и работать, и трудолюбивые, и целеустремленные, и дети, которые интересуются и отечественной историей, и нашей культурой. Вот так. Там команда написана. Написано. Ничего страшного. Для меня